Games. Привет, друзья, меня зовут Илья. Сегодня со мной Наташа, Кирилл и Даша. Привет. И мы сыграем в игру «Тролль и дракон», которую мы называем «Тролль гнет ель». Кто знает, тот поймет. Итак, это игра на жадность, и мы сейчас проверим, победит ли она игру на жадность нашего прошлого года. В этой игре мы все подданные короля, и мы отправляемся за сокровищами для него. Кто больше сокровищ принесет, тот и победит. Алмазы — это вот прозрачные белые камешки, они стоят 1 очко, золото стоит по 3 очка. Будем их собирать и потом посчитаем. Что мы для этого делаем? Бросаем кубики. Удивительно. Вообще, честно, я признаюсь, я взял игру из-за кубиков. Ну, они классные. Я очень люблю кубики. Итак, когда вы бросили кубики, он мне никогда не везет с результатами, так будет всю игру. Вы смотрите, что выпало. Троллей никогда нельзя перебрасывать вообще. Двери, если хотите, вы можете ее отложить. Если вы ее отложите, ее тоже нельзя будет больше перебрасывать. Такой же, как дверь-ключ. Если хотите, вы его отложите и тоже не сможете больше перебрасывать. Но зато, когда у вас выпадет и ключ, и дверь, то вы, если захотите, пойдете в золотую эту шахту. А это, естественно, хочется, потому что золото приносит больше очков. Но мы еще не сказали об алмазах, которые выпадают на белых кубиках. Алмазы всегда можно перебрасывать. И вы, когда бросили алмазы, вы взяли, сколько их выпало, положили пока рядом со своим мешочком. Это то, что вы нашли, но еще не забрали. И их можно перекидывать сколько угодно. Ух ты, вот Наташа, смотри, как везет, да? Вы можете перебрасывать кубики до тех пор, пока не скажете «все, мне хватит». Mm-hmm. Ну вот это, как будто у нас эта ситуация пока не произошло. Допустим, Наташа успела сказать «все мне хватит». Да, «все мне хватит». Тогда Наташа забирает все, что нашла, себе в мешок. Это она уже по-любому отнесет королю, это 100 пудов. Но если она больше не сможет перекидывать кубики, то есть либо выпадут тролли, либо останутся отложенные ключи и тролли, mm-hmm. или там двери, то есть не будет кубиков, которые вы сможете перебрасывать. Все, что вы нашли, заберет у вас грозный тролль. Вот так. Если вы открыли дверь ключом и вовремя еще остановились, то есть вот тут у меня лежит, у Наташи алмазы лежат, Наташа начинает бросать золото. А все игроки, начиная с того, кто сидит слева от игрока, бросают красные кубики. Дракон! Кричат сразу, и когда выпадает второй дракон... Хватит! Мы не успели сказать. В общем, игрок может также в любой момент остановиться и сказать «хватит, я ухожу», и тогда все, что он нашел, он забирает. Но если... Мы успели сказать «дракон». Дракон пробудился, надо сказать. То есть первый просто дракон, второй дракон пробудился. Если дракон пробудился, тогда все, что нашел игрок, и все, что было возможно у тролля в лапе, тролль тоже трусливый, все игроки, которые бросали красные кубики, делят это между собой поровну. Вот. Больше забирает тот, кто выкинул вторую драконью морду. Все, все правила игры. Когда заканчивается игра? Игра заканчивается, когда опустеют либо алмазные копья, либо золотая шахта. И все, кто больше наберет, победит? По очкам, да. Естественно, я молодец. Я беру один, я перекину все лучше. Ты не будешь оставлять ключи? Пока нет. Еще 2 алмаза. Оставь дверь. Не хочу. Оставь. Ну, Наташа так и взяла, что она может как бы бесконечно кидать. Да, можно кидать бесконечно, пока ты не решишь. Так, я пойду в хранилище. Поехали? Поехали! Мы не ждем Наташу. Дракон, 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 дракон! Мне хватит, мне хватит. Достаточно. Скучно. Надо было. Нифига себе. Не успели. Сейчас я... Думаешь, сразу идти? Пошли. Давай я вот это переброшу один разок. Хоть немного алмазов соберу. Один. Давай, жадность. Да. Вот она, вот она. Это отложено, если что. Да. А еще. Плевать, конечно, давай еще, потому тролля, что... Два тролля. Так, все, я остановлюсь. Дайте, ну, дайте. Давай. Уже 2, у него уже 2. Еще не было. 1. Хватит, хватит, я не хочу, мне страшно. Я всё не могу. 4 золота заработал. Да, я заработал 4 золота. Мне кажется, когда ты берешь золото, кубики в руки, надо как-то ждать, пока другие возьмут дракона. Нет. Это бы надо... смысл, нет, чтобы смысл. Ладно, соблюдать. Хорошо, по правилам надо сказать «Внимание, я иду в сокровищницу». Игрок берет кубики и говорит «Внимание, я кидаю дракона». Раз, два, три, поехали. Но, блин, давайте в базар немножко. На скорость еще добавим. Круто же, весело, давайте. Да. 3. Ну, я считаю, дверь надо оставить.
Не к себе сначала. Ты их только... Подожди, да. Ну видишь, это хитрый кот. Еще долго до пакета. Они типа сыпятся, да? Давай можно вот так вот выстроить эту, как будто они в падении. Ну нет, это что-то. Еще два. Чувствую, у нас алмазные копии быстрее закончатся. Видимо, да. Ну вообще нормально. Мы просто хорошо кидаем. Ты уже ключ не можешь. Да, я тоже. Так, еще два. И, пожалуй, я пойду за золотом. Кирилл, бери красные кубики. Кирилл, скорее кидай. Вперед, скорее. Так. Дракон! Хватит! Ну, один только ты нашла. А, ну ты, да. Игрок берет то, что выпало на кубиках. Ну, алмазов вообще дофига Даша собрала. Все боятся. Да, пока страшно. Но бывает ситуация, когда выпадает сразу, уже выпадает два дракона. Все забрали. О! Все забрали, вот ты уже забрал. Нет, там еще нормально. Да оставь, давай, ну что ты? Так, ключ и дверь у тебя уже есть. Можешь оставить и два перекинуть. И два тролля. Ты что такое, нас тролли сегодня плохо выходит. Что, будешь рисковать? А если второй тролль, то все? Да, все. Да, и то есть сейчас Кирилл когда отложил, это тролль. Если он не сможет перекидывать, то тролль все заберет. Так, он идет, Наташа. Все, идем? Да. Дракон! Дракон! Проводился! Ты не успел! А что тебе так везло? Не, стой. Ты потерял все золото, которое накопил, и все алмазы, и оно делится поровну. Так, ты выкинул второго дракона. А, ты не бросала кубики вообще, не успела, да? Ой, очень жаль, Даша. А, типа, кто только бросал? Да, только кто бросал кубики, только те. Надо было об этом сказать вообще-то. Все игроки, которые бросали красные кубики, делят это между собой поровну. Блин, ну я выбросил второго дракона, я что сделаю? Все равно же. Я забрал больше алмазов, потому что я выбросил второго дракона, вот. Но это по правилам было. Ладно, два алмаза всего, плевать. Ты еще не проиграла. Проиграла. Тролль забрал два алмаза. Добро пожаловать. Золото! Золото! Давай. Нет дракона? Дракон! Дракон, хватит! Парень! А вот эти алмазы пока лежат. Они лежат, да, пока не пробудится дракон. Их дракон уже будет отбирать. Пока дракон не прогонит. Все, удача ушла куда-то от нас со вторым кругом. Ну да, все, хорошо. Пора за золотом идти. Колючечек. Там выпал тролль. Тролль. Три тролля. А, ну, пожалуйста, хватит. Да. Увы, Даша даже не попала в золотохранилище. А что выпало? Два алмаза так, из мешка. Два. Ну, давайте попробуем еще разок. Два алмаза из мешка. Ты ключ отложил, да? Да. Будешь рисковать? Ну, зачем? Эх, Кирилл потерял три алмаза. Дракон все богатеет и богатеет. Кто-то очень много... Тролль. Ну, в итоге-то дракон, потому что... Классненько. Да, закончилось везение. Да ладно, что один-то? Ну да, кстати, один нет смысла. Да что такое? А вот два уже. Да ладно, да. И жадность. Мы тролля только кормим. Жадность. А что два это? Это так мало. Пойдешь в хранилище сразу? Я еще поперебрасываю, я еще пока не иду. Но я отложил. А, ну то есть... Ты с огнем играешь, между прочим. У меня выпала дверь. Там был тролль. Ну что, идешь? Не повторяй моих ошибок. Он не останавливается. Смотрите. Так, вот теперь... Пошли. Кидай. Есть. Один. Дракон! Меня не успел! Все-таки это не так просто, друзья! Так, если итак, меня начинаем. Все успели кинуть, я надеюсь, на этот раз. Да. Все, да, хорошо. Делишь максимум поровну, но я потом тот, кто. Ну, так, нет, ты не по очкам делишь, пока по камням. По количеству камней? Да, по камням раздели. Просто тот, кто выкинул второго дракона, он забирает себе золото. Кто второго? Кто выкинул второго дракона? Не Кирилл, это просто кучки.
Нет. Забирай любую. Все, я эту заберу. Все. В общем, как-то разделили. Не, ну мы же решили, что пойдем от того, кто второго, а потом... Ну это на самом деле вот этот момент почему-то в правилах не прописан, как делить, когда вообще не поровну. Там написано, что берет первый тот, кто берет вторую голову, а потом как получится. Кто успел? Еще много, да, много. Там еще достаточно, на пару кругов хватит. Так, а с нашим ушедшим везением так вообще на много кругов хватит. Че, пошли за золотом? Не-не-не, ты не обязана. А. Ты не обязана, пока не отложишь и даже пока не скажешь, что идешь. А, ну все, пошли. Да, тебя не вижу. Дракон! Все, хватит. Очень быстро. Все, блин, в итоге ты смотрите, сколько удачи у меня, больше на меня орали. Один. Один тролль. У меня алмазов, у тебя золото-то больше, чем у меня. Ну, блин, у тебя столько алмазов, что... Много золота. Он меня тем более обманул в прошлый раз. У тебя вообще 5 золота, у меня 7. 8. Почти что знаешь. Тебе сейчас второй тролль, и все. Ну, ладно. Ну, погнали. Так, Наташа. Дракон! Второй! Пробудился, но ты два золота берешь. Да, и мы вдвоем с Наташей делим. Ну, потому какие что ты не успел что-то ребята. Почему ты так всегда делаешь? Ну почему я как кубики выпадают, это не да. Ее. Ну блин, зря мы эту игру взяли, Даша больше сейчас окажется сниматься. Да, она выигрывает так. Хотя нет, возможно, ты уже. Больше золота. Но сейчас я уже забрал, да. Да что такое-то? Ладно, пусть будет у тролля много золота, даже если что. Алмазов. Немного алмазов. Это ты все хочешь забрать или да, что? Да, хочу забрать оттуда все, что возможно. Иди за золотом. Не, за каким я не могу? Ну отложи. Нет, я буду... Это много, Зая, ставь себе, перестань. Нет, я не перестану. Жаль, хватит. Я должна вас догнать, у вас много. Ну логично. Много. Ну вообще золото целое. Кирилл сидит такой, у кого много золота? А Кирилл сейчас в резиночке играет. Это как-то двояко звучит. Ну давайте, вам же нравится дракон. Дракон, конечно, нравится. Нет, нам не нравится, когда ты ходишь туда. Давай, кидай, 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 кидай. Блин, опасно. Кидай, кидай, давай. Наташа подговорила. Наташка подговорила меня. Блин. Будь жадным. Да, нельзя, нельзя в такие... Ну, блин, там уже мало. Так да, сейчас Даша все достанет. Еще два. 7 или 8 штук еще, да? Минимум побольше, мне отсюда плохо видно. Там и сокровищницу мало ходим. Пошли в сокровищницу. Давай. Золото. Да ну расскажи, Даша. С этим драконом. Моя прелесть. Стратегическое принятие стратегического 8 решения. Алмазов еще осталось. В принципе, нам давай, Кирилл. Один. Дракон. Давай, 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 давай. Забираю. Ай, не, да, второй даже что-то вообще. Сколько у тебя получилось? 5. 5 золота. Нифига себе. Это вообще жесть. Я даже не видел, что она выкидывает на кубиках. Я заботился о драконе, а он так и не выпал. Вот последний выпал. А сколько здесь драконов, кстати? 2 и 1. Обалдеть, 2 и 1. Всего-то. Пам-пам-пам. Такой быстрый ход. Теперь он просто не жадный. Человек у тебя, мне кажется, куда-то алмаз один будет. Уже просто. А что тут терять? А если здесь остается, то это уже просто никому не уходит. Ну, если да. Если да. Все, ты теряешь свои 3. Наташа просто сливает. Там что, Кирилл, осталось по алмазам? Сколько? Тут 4 штучки. 4 штучки. Ну давайте закончим. 3 ты забрал. Сейчас хоп, и 3 тролля. И никому. Один, да, осталось выбросить алмаз, и мы закончим партию. Да. Но тролль выпал один, правда. Это я забираю себе, и теперь мы просто считаем очки. Сзади вашего мешочка есть специальная табличка для тех, кто не умеет умножать на 3. На 3? Где можно выложить свои алмазики просто и узнать, сколько же у вас очков. Нет, не алмазики, золото. Ой, золото, да. Пожалуй, я воспользуюсь. Золото 3 приносит, да? Да. Прикольная штука. А все остальное просто посчитать.
Так, у меня 30, я могла и так посчитать. Ну, у тебя, получается, очки те, которые под последним алмазом. Ну да, 30. 30. А у меня 24, у кого больше золота? Даша выиграла. Потому что я в последний раз 5 взяла. У меня всего 34 очка. Чё так мало? 45. 50. 50! Всего 34 очка, сказал он, смотря на Кирилла с тремя очками. Всего 34. Ну, знаете, дорогие друзья. Так, я самый жадный человек. У меня 33. Кубик. Блин, а вот Даша подговаривала всех на меня. Но на тот момент у тебя больше всех золота. Сама забрала себе 5 золота, второго дракона мы так и не выкинули. Фух, ну все, можно сейчас немного выдохнуть после этой погони. Итак, у нас, значит, получается, король принимает Дашины дары, берет ее, значит, там во дворец. Да, и все любят все котиков остальные. Просто. Да, все любят котиков. С учетом того, что это детская игра, как вам? Прикольно. Ну, мне не понравилось. Кирилл до этого выиграл две партии, и Ваэта проиграл. Не, прикольно, прикольно, да. Учитывая, что не люблю... Ну, она детская. Она такая азартненькая. Прикольно. Азартная реакция, небольшая стратегия. Хочешь, возьми немного. Спасибо. Зай, что ты скажешь? Ты играла в Жадюк. Да, веселая. На самом деле, мне Жадюк нравится больше, чем эта игра. Вот, но... Это веселенькая на 5 игроков, кстати, максимум. И мне кажется, самое классное играть именно в 5, потому что так больше хаоса создается. Да даже в 4 посмотри. И в 4 тоже весело. Мне кажется, классно, не надо задумываться, сел, объяснил за 5 правила и кайф. Да, вообще весело. Да. Мне кажется, весело играть, если еще компания не очень трезвая, и начинается вообще полный хаос. Летают кубики, но с 7 можно пить сок. Хорошо. Хорошо. Когда дети напьются сока, слышь, за золото. Дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте пятюню. Четвертюню, да. Четвертюню. И вон туда лапкой.